Я спас Джорджа, когда ему было 2 года. Он не просто друг. Он семья. Теперь замри. Ты псих? Нет! Стой! О, хорошо, очень смешно. Нам с тобой смешно, новичку не смешно. Он плачет. Можешь вставать. И проверь подгузник. Давай, пошли. Получил твое сообщение. Джордж в порядке? Не знаю. Джордж? Все хорошо. Мне кажется, или он значительно больше? Определенно больше. Нужно найти того, кто точно знает, что это, черт возьми, такое. Нашел ее! Нет, вру. Вообще-то она сама нашла нас. Что с моим другом? Вы слышали о генетических экспериментах? Результаты совершенно непредсказуемы. Рост силы. Джордж! Скорости, ловкости. Нет! Где Джордж? Хочу его увидеть. Он опасен. Наверняка! Это новый уровень естественного отбора. Проект Rampage в действии. Тут у нас бегает еще один эксперимент. В каком смысле? Берегись! Конечно же, волк летает. Самое время бросить все силы на этих существ и эвакуировать город. Летим спасать мир. Смирись и не рыпайся. Знаешь, с людьми можно общаться и по-другому. Да, но это не так весело. Джордж, ты в порядке? Готов, дружище?